Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Лада Гранта, 2019 год, белый цвет, бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, 106 лошадиных сил, механическая коробка передач, передний привод, литые диски, хорошая зимняя резина, пробег 73 тысячи километров имеются, повторители в зеркалах, ветровики. По салону у нас ухоженный темный салон, тканевый, не прокуренный. Подогрев передних сидений, подогрев зоны дворников, климат-контроль, кондиционер, мультимедиа, электрорегулировка зеркал,